Радио России. Амурское время 9 часов 10 минут. В эфире радио ГТРК «Амур». Сегодня для вас работают звукорежиссер Галина Кучеренко, звукооператор Ольга Воскобойникова и я, ведущий Дмитрий Кульмановский. Вся наша творческая бригада желает вам доброго утра и хорошего настроения. Мы продолжаем рассказ об истории нашего края в рамках теле- и радиопроекта, посвященного 150-летию Приамурья. 10 лет назад в Тамбовском районе был открыт музей истории развития сельского хозяйства области. Сегодня по залам Тамбовского музея нас проведет его директор Лина Ильяшек. Прозвучит и новый вопрос викторины. 1 июня отмечается Международный день защиты детей. О недетских проблемах, но касающихся детей, мы поговорим с гостем утренней студии, председателем Амурского отделения Российского детского фонда Маиной Спицыной. Какую помощь и поддержку нуждающимся детям может оказать каждый из нас? Эти вопросы мы адресуем и нашим слушателям. 2 июня исполняется 152-я годовщина со дня образования Благовещенска. Диалог с мэром областного центра посвящен именно этому событию. 28 мая в Приамурье торжественно отмечали День пограничника. Для нашего